Чумные, правда, не наладно. Пожарь, все нормально. Наш дом. Так, там полчаса прошло? Нет. Да, глазки, наверное, закапали. 5 минут осталось. А, ладно. Посмотрим. Время 17.01, мы сказали 17.03. Ну, сейчас где-то придут. Ну, они сказали, в течение 90 минут. 90, блин. Ну, не 2 часа. Это... You're having a bad dream. Are you awake already? Yes, I found lots and lots and lots of things. Come and see. You really like them. Походу стол. Сейчас будет где-то. Где-то должен быть. Come on, come on. What's that noise? А, это мусор, который я насобирала. Смотри, right. Бутылка, чечетки. Hopefully. Down here. И зубы. Oh, yes. The things we found. Да. This will stop us losing them in all the mess. Ладно, сейчас где-то едем. Сейчас посмотрим. Вон он стол. Вижу его. Типа, это теперь дом. We'll have to patch up these straw mattresses. Да, кстати, дом. Тряпки. Куда у меня ткань ушла? Столько. Ладно. Наконец-то я могу что-то скрафтить. Я ждала этого полигры. Только... Я могу только вот это. А почему ты не можешь карман скрафтить? Чего не хватает? Шкуры! Может, где-то здесь есть? Нет, для кармана. Именно для кармана это. А, для кармана? Двух кристаллов. Да, на которые я потратила, блин. Ну ладно, сейчас, может, найдешь здесь. Прикинь, вообще нет ничего. I'd better stay with Hugo. Нет, конечно. Западло. Ну, я так понимаю, теперь сюда нужно будет возвращаться. Не знаю, не скорее всего. По-моему, справа кристалл как раз. Вот да, там моргает. Вот это что? А, ну-ка. А, не может. We've got a лот of work to do. Они будут замок отделать. Кристаллы только там были, где мы только что ходили, крыс гоняли. Hugo's waiting for me. I'd better go. Блять, это, конечно, говно полное. Ну ладно, пока пойдем дальше. Пипец, блять, обидно. Блять, какая тупорылая игра, господи. А чё можно сделать, кстати? Ничего, могу только бечевку сделать себе и все. А что для нее нужно? Так, тряпки. Ни кристаллы, ни шкур не нужны. Так, а тряпок сколько нам нужно на карман? До хрена. 10. Раз, 10, 4. А тряпки, эти, веревка нужна на карман? Веревка на карман? Да. Нет, не надо. Ну, короче, если мы найдем кристаллы, мы скрафтим. Угу. Ладно, делаю, потому что больше вот это дерьмо, вот это я не хочу делать. Это какая-то... Ну, это тише ходить будешь. Да, блин, нафиг. Мне это не нужно. Я уже поубиваюсь. Ну-ка, бечевка. А, ничего not не поменялось. Not bad at all. Потому что она у этой штуки меняется. Так, и все. Пипец, блин. Да. Тут игра. Че, они, блин, кристалл здесь положить не могли? Да, блин, твари. Не надо было последний раз на крафте. Ну, я думала, я еще где-то найду. Да, мы забыли просто. Да и мы не забыли просто. А тут... I'd better stay with Hugo. Ага, понял. Ты... Не может туда пойти. Ну ладно, пойдем с Гугом сходим. Гуго. Ой, кристаллы. Чё, я пошла делать. I'm on the brink of completing the great work. And you? Uh-huh. You can help me. Oh, yes, yes. What do we have to do? Amicia, I need the file from the left-hand table. Пошёл. All right. On me. Oh, Lucas still needs me here. Тварь, да ну что за говно? I can do that. Ну что, блядь, не так с этой игрой? Пись.
здоров. Alchemist lived here. Maybe Laurentius too. Лаврентия здесь уже нет. Oh, that must be it. Та банка, которая сейчас нужна. О, шкурка. Отлично. Мне она для чего-то нужна была. О, цветочки. Висят. Все-таки чепуха. Может, здесь стол есть? Почему-то. Еще одна банка. Еще пообсматриваем. Еще кристаллы, блядь. Можно было наверх положить? Я думаю, сейчас ты свернешься. Я очень надеюсь. Он мне что-то еще крафтит, какую-то шубу. Here, anything else? Yes, a concentrated laurel sap. It's just behind me. I'll get it. What's a great work? Can I eat it? Сам бы взял. It is the elixir that will illuminate your path. A beacon for the bearer of the macula. It came to me during the night. Here. Good. So, the angel's tear. Pinnacle of alchemy. The elixir. You... Wow! A great work! It wasn't supposed to do that. It doesn't matter, Lucas. Perhaps we should let you rest, right, Hugo? Well done, Lucas. You're a sorcerer. Amicia, come on. I'm coming. На крепостную. На крепостную. Так. Давай до стола дойдем. Скрафтим и. Ура! Наконец-то налево. Я... Иди налево, налево. Налево? Или ты спустилась? Я спустилась. А, ну все, тогда давай. Ты шо? By the way, have you seen Melly? No. She's. Maybe she's already gone. Oh no. I wanted to say goodbye to her. Как красиво, смотри, там пылька летает. Случайно так. Ой, наконец-то! 16 кристаллов. Охренеть. Ну-ка, смотри на карман. Да. This should make things a little easier. Целый, блин, рюкзак. Так, для этой штуки мне нужно только 3 шкурки. А, сумка. Тоже 3 шкурки. И все. Для этого дерьма тоже 3 шкурки. Короче, надо шкурки искать. Шкурки, шмотки, веревка. Ладно, пойду здесь дособираю все, что здесь осталось. Еще что там было, я не помню. Где? На 8 сейчас... больше ресурсов стало. Ура! Сейчас еще луку надо там внизу, где лука, обокрасть. А что вот здесь нельзя? Я не пойду туда. Скажет, типа... Не пойду. Но мы отсюда пришли. Ясно. Красиво. Очень. Такой бы... Так. Там, по-моему, еще рисую. Вот, вот там моргает. А, нет, показалось. На свет. Вот, а, нет, не показалось. 22 тряпки. Вниз попробуем спуститься. Сейчас я здесь соберу. У меня там была какая-то... Водка! Ну, кристаллы еще остались. На столе. Так, я по 22. Таскать. А внизу, не знаю, нападет, не знаю. Мне кажется, в любой игре, в которой... It's all right. You can come. Что дальше не идет? Where does that lead to? Вот, в любой игре, где нужно улучшать и можно улучшать количество вещей, которые мы можешь нести, нужно в первую очередь их. Объем. Потому что я играл в этот, в Prey. Вот, прибежал. А он здесь не убился на меня, потому что я не пошла с ним на стену. Думаю, вряд ли. Вот я когда в проиграл, я прям вот реально прям первым делом улучшил объем шмоток. Стало легче играть. Who is it? I don't know. We can say something if you'd like. Sorry to disturb you. We don't have any candles. Крипта. But we will leave you in peace. And thanks for looking after us. Come on, let's go. Ну ладно.
Окей, о, сохранили, давай, все, выходим. Давай, оставь. Ну, то есть... Пауза. Трёвером башню. Да, наверх. Это игра мыла или это у меня в глазах? Не-не, она такая мутноватая. Я тоже сижу и этот блюр есть. Он, по-моему, был всегда. Ну, он, да, все. Помнишь, ты жаловалась? Он в начале. Просто у меня как бы сейчас, ну, перед глазами мыло, еще и игра мыльная. Он отцепился. Вот здесь, когда ты, ну, мы начали сейчас, тоже такое мыло, такое, думаю, не пойму, что такое. By the way, have you seen Melly? No. She's... Maybe she's already gone. Oh no, I wanted to say goodbye to her. Веревка. Она, походу, зареспавнилась после перезапуска. Или это просто мы... Не, по-моему... Из-за того, что мы вышли... Ну... Цветок? Hugo's waiting for me. I'd better go. Блин. Ну ладно, значит, потом придется вернуться. Не, мы здесь сюда забежали, когда первый раз. Когда нас Хьюго ждал в сторону лаборатории. А, нет, не все респаунилось, по-моему. Нет, это просто мы не скрафтили. Нет, мы скрафт. Ой. Я не знаю, почему, блять, эта игра не запоминает ничего. Не, оно в прошлом... Оно там сохранилось, Not bad но... at all. Написала, что сохранилось, но не сохранилось. Ну, блядь, такая игра охуенная. Там, блядь, лучшая на свете. Да, что, заново везде бегать, собирать, блядь, третий раз? Не, ну ты, по-моему, уже все собрала. На кристаллы хватило, ты же возвращалась. Хотя там внизу сера, ну хрен бы с ней. Wow, this castle must have been empty for centuries. An alchemist's crucible. Lucas will be happy. Lucas will be happy. Ой, мыло. Wow. Come on, Amnesia, let's both do it. Having fun, are you? I'm sure the Inquisition are too. Melly, we thought you'd gone. Come on. We need to talk. Свет. What's the matter? This castle is a ruin. Ah, that's exactly what you need. Whoever built this place really didn't want to be fucked with. Be good and you'll be fine. So, you're going to find Arthur? If I can help, he's my problem. You heard what I heard. Those Inquisition dogs took him to the Bastion. I know where to look. I'll find him. Amicia, look! Listen, with Hugo, it doesn't look easy, but believe me, it's worth it. He will save you. They always end up saving us. Even if, you know, brothers, sometimes you just want to kill them. The symbol is Amicia. I believe you. Anyway, don't leave without saying goodbye. As if that was my style. Amicia, please come. Yes, Hugo. What did you find? Все, иди к нам. Надо. Какие-то знаки нашел. Down there. It's the drawing. What drawing? The one in the dining room. I'll show you. Come on. I'm following you. Что-то не понял. Изучите символ в большом зале. Замке. Зале, то есть. Что-то я не понял, куда показала, но ладно. Куда-то. Ну ладно, найдем. Вниз. Look, it's the same symbols. You're right. Alchemist coat of arms, maybe? Have you seen the tree? The tree? Come on, over here.
ты пошел, дебил. А вот теперь можно и цветок взять. Come back. Свалить. Where are you going? You found new friends. Yes. Здесь его оставят. Ему, наверное, надо даст. Удавит. Задушит. Ага. Ладно, я здесь оставлю. Зачем? Амисия? Один раз спасли. I'm sorry. I'm sick. No, ого, смотри, видишь, у него на шее что? А, да-да-да. Listen, we are going to find a way to cure you. And there's Lucas and Melly now, you know? Lucas, come see the butterflies. Looks like someone's having a good time. It's getting bigger. Yes. The macula is spreading through his blood. The books say there are several thresholds in the process, and at each threshold, the carrier may be lost. How much time do we have? Very little. Hugo is nearing the first threshold. My master and your mother were trying to slow the process down. But how? What were they doing? They were working on a very complex elixir that would allow him time to prepare. And do you know how to do it? I don't have their knowledge, but their work was inspired by a forbidden book, the Sanguinis Itinera. So perhaps with the book, I'm afraid you could... not. The Sanguinis Itinera is dangerous. It is sealed together with other works in the university basement. Just getting there would be near impossible, suicidal even. Normally, yes. But if we take advantage of the current chaos, we might have a chance. I know the place. It's in town, not far from where they keep my brother. If you're ready to take that risk, I can help you get in. Thank you. Right. I'll get my belongings together. Meet me inside when you want to leave. In that case, you'll need some equipment. I'll get it ready. Hugo, I'm really sorry. I need to leave. Don't worry. I'll stay with Lucas. Good. I'll be back soon. А теперь ты без него будешь бегать. Ну, может, к цветку подойти. What have you found? Here, it's St. John's wort. Oh, it will protect you when you go to the town. Must be powerful stuff. Yes, it's a very good flower. It looks good on you. Thank you. Между... Father, Mother, you'll always be here with us. В большой зале, наверное, вообще на улицу выходить, а нет, здесь. Так, пока я... Может, там у Лукаса что-то было, что, как обычно... Пропустили? Ну, не пропустили, а видишь, из-за... Be careful in town. Потому что я вышла. Ну да, вот теперь. Don't worry. We girls know how to handle ourselves. I'm sure you do. Там еще сера должна быть. Good luck nonetheless. Что делаем? Гоним. О, это же, смотри, склянка какого-то. Как... Путфайндеры. Путфайндеры, да, куча склянок. Нарисовал. Ну, они все в темника. Одинаковые, да, были. Ладно. О, блин, камера не поворачивается. Ненавижу такие игры. Управление, то есть, такое. At last! Alright, come on. Here. And one last thing. Laurenti has told me once that there are roses scattered along the path to the brook. So keep your eyes open. Roses. Alright, we will.